Наші розмови Бориса Тізенгаузе на політехнолога. Пане Борисе, мої вітання. Добрий день. Повернемося, власне, до тієї інформації, яку я починала зачитувати. Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути незаконно анексований Крим. Президент Володимир Зеленський назвав відновлення територіальної цілісності країни головним завданням української влади. В інтерв'ю за Wall Street Journal лідер держави описав боротьбу України як боротьбу за цінності цивілізованого світу, описуючи свій шок від катувань і вбивств мирного населення. Крім того, за інформацією журналістів, Зеленський у четвер виступить на екстреному засіданні НАТО і має намір провести переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ось, власне, пане Борисе, чи згодні ви з тим, що війна для нас закінчиться лише тоді, коли Путін визнає і погодиться на те, аби наші території, наші законні і історичні території повернулися у тих межах, як вони були до 24 лютого, і Крим знову ж таки повернувся до складу України? Я з президентом Зеленським безусловно согласен. Здесь вот есть момент. Путин же считает своим великим достижением аннексию Крыма, он же присоединил его вот этим ментальной скрепой такой, да, этим мостом присоединил к Российской Федерации. То есть он считает, он же в историю больше ничем-то не может войти, кроме как с украденной полуостровом, с украденным. И навряд ли Путин отдаст Крым обратно, потому что это будет признанием поражения не только в Украине, но и геополитического поражения Путина. То есть я понимаю, что сценарий, скорее всего, подразумевается, что мы заберем силой обратно эти территории. И такой сценарий абсолютно реалистичен. Мы увидели, что хваленная российская армия на поверку оказалась, не совсем не боеспособной, но абсолютно не такой, как ее рисовали нам, в том числе и российские пропагандисты. И сами россияне увидели, что что-то идет не так, потому что, ну как это так, уже третий месяц пошел, никаких успехов, мало того, что никаких успехов, выкинули их из Киевской области, из Черниговской области, из других направлений, где они были, и они все силы сосредоточили на Донбассе. Поэтому, да, будем забирать свои территории. Тем, кто в Крыму, например, или на Донбассе, в так называемых ЛДНР, сотрудничал с оккупационными войсками, причастен к преступлениям, в том числе против украинцев, рекомендую уже сейчас собирать вещички свои и убегать, пока у вас есть еще такая возможность, пока ваш мост еще открыт, потому что россияне сами анонсировали, что через какое-то время проезд через Крымский мост будет закрыт. Ну, я так понимаю, что к мобилизации готовятся, но чтобы не сбежали, вот, решили таким образом поступить. Пане Борисе, ну вже запитували у наших попередніх гостей, але якщо вже заговорили, то вашу думку так само нам цікаво дізнатися. То чи справдиться ось цей прогноз, що саме 9 травня, у цей День Побєди, да, так званий, як у нас кажуть, Побєдобєсія, Путін таки оголосить мобілізацію і змусить росіян їхати воювати в Україну? Є висока вероятність того, що це відбудеться, тому що на сегодняшний день даже российское военное руководство понимает, что никаких успехов они к 9 мая точно военных не достигнут. Успехов, которые они в информационном поле создадут, ну, может вполне хватить на короткий промежуток времени. Они скажут, что смотрите, мы провели денацификацию, мол, вот разбомбили Мариуполь и Азовсталь, и все, и там больше нет никого. Могут такое сказать. Могут сказать, что демилитаризацию провели, там напишут цифру 5000 военных объектов, мы разбомбили. Все, в Украине ничего не осталось. Но это на короткий период. Потому что понимаете, что происходит? Вот россияне, мне по работе приходится там много мониторить всяких российских пабликов, телеграм-каналов и так далее. Они в полной уверенности сейчас пребывают, большинство россиян, что к 9 мая возьмут Киев. Вот они прям в это верят свято. И они думают, потому что произошел вот такой разрыв между образом, который создала пропаганда, образом российской армии, достижений каких-то военных,
и тем, что происходит на самом деле. Россияне оказались сами заложниками вот этого колоссального разрыва. Нарисовали одну картинку, но добежать до нее нереально, а оправдывать ее как-то нужно. То есть они же говорили все время, возьмем Киев. Вот там вчера Кадыров снова вылез и говорит, что нужно брать Харьков, Киев. И даже Днепропетровск, он не выговорил это слово, но он так хотел, чтобы взяли Днепропетровск. Поэтому как продать победу? На ядерный удар, на тактический, да, я не думаю, что решится Путин. Ему дали понять, что в Украине есть оружие, которое вполне способно поразить цели на очень больших расстояниях. И ответная реакция точно будет. И Борис Джонсон, который вчера выступал у нас в Верховной Раде по видеосвязи, тоже говорил, что Британия оставляет за собой возможность просто без согласования с странами-членами НАТО нанести удар. То есть Путин это прекрасно понимает. И все вот эти сказочки, знаете, про то, что мы в рай, а они умрут, как Путин выражается, это все сказки для доверчивых российских индивидуумов, да, потому что человек, который так легко говорит про смерть, он же не строит себе там 2-километровый бункер на глубине, и он не сажает за стол даже своих каких-то подчиненных на дистанции 10 метров, он же параноид, это же видно сразу, Путин боится смерти, пусть он не рассказывает, что он в рай там или еще куда-то. Пане Борисе, до речі, про ядерну загрозу. Над Москвою зняли політи літака «Судного дня» для Володимира Путіна. Його ще називають «Летючий Кремль». Ось російська сторона заявила, що він нібито буде брати участь у параді на 9 травня. Втім, востаннє «Летючий Кремль» брав участь у параді ще у 2010 році. Як ви вважаєте, наскільки ось цей політ «Летючого Кремля» – це, так би мовити, елемент тиску, залякування Заходу. Тому що, як я розумію, ви вже сказали, що не вірите, що Путін дасться до застосування ядерної зброї. Ну, я не думаю, что это запугивание. То есть в 2010 году тоже там особо не за что было пугать. И это же даже не 2014 год был. Это был 2010, и никакой там особо разгара холодной войны никакой не было. Я уж молчу про ситуацию, которая сейчас происходит. Мне кажется, что Путину самому неплохо было бы понимать, что этот самолет летает. Потому что, исходя из того, что происходит с российской техникой, да, те данные перехвата, которые есть у нашей службы безопасности, и которые они в открытый доступ выкладывали, там, значит, из 10 расконсервированных танков один худо-бедно можно собрать, потому что с остальных уже поснимали, посрезали все, что можно. Поэтому, некий элемент устрашения, да, значит... Периодически Путин там говорит про «мы вам нанесем удар с суперсекретным оружием» там, и так далее. Если мне не изменяет память, вот таких самолетов у россиян, по-моему, 4. Вот эти самолеты судного дня. Ну, честно говоря, меня, например, не впечатляет. Честно говоря, вообще сложно понять, чем нас, украинцев, уже можно напугать. Да, еще точнее, чем нас можно напугать. Ну, пролетит этот самолет судного дня. Ну, ходит другая информация, что Путин, например... там, на операцию ложиться. И что к нему точно никто из руководителей других стран не приедет. То есть, ну, вот они варятся в своем вот этом миксе запугивания ядерного пепла. Мы великие, мы могучие, а на самом деле умрут там сотнями. И техника их горит очень неплохо даже. В последнее время даже как-то поярче горит, чем до этого. Тож, іще одна от думка, зокрема, Папа Римський Франциск озвучував, посилавшись на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що той нібито, коли зустрічався з понтифіком, сказав, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Він говорив, я сподіваюся, це так, щоб ми також зрозуміли швидкість ескалації у ці дні, тому що тепер це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це відбирає в Україні Чорноморський порт, сказав, власне, Орбан. То чи взагалі можливий ось такий варіант, що Путін, можливо, навіть закінчить війну у цей день? В этом я сомневаюсь. Почему? Потому что тогда придется признать, даже если он попытается какую-то победу продать своим, но весь мир увидит это поражение.
И не просто Путин не решил ни одной задачи, а он усугубит ситуацию, которая была до этого. И если Путин решит завершить войну, не факт, что Украина решит завершить войну. И тут, как бы, знаете, в одностороннем порядке это тоже не решается. Зеленский, вы правильно в начале нашей беседы сказали, Зеленский сказал, что вернем Крым, вернем Донбасс. Поэтому Путин может решить войну в том случае, когда у него просто не останется техники. Да, он может, естественно, провести мобилизацию, но мобилизация — это период, растянутый во времени. Он за один, за два дня, за месяц не соберет. Я вообще сомневаюсь, что при таких потерях и при таком информировании он вообще хоть кого-то там соберет. Ну, будет там так, как с ЛДНР они собирали. 20% плана выполнили, уже бегали по улицам, хватали людей просто, потому что никто не хотел умирать, просто как в качестве пушечного мяса. В России, конечно, побольше этого пушечного мяса, но опять же, в военной среде, насколько я понимаю, не до конца понимают вообще смысл и вот те приказы, которые отдаются сверху. Ну да, генералу говорят, иди бери Харьков. Он выдвигается, его уничтожают. Он говорит, я не могу взять Харьков. Ну, он говорит, мне плевать, иди бери 8 числа или там 7 должен взять Харьков. Они говорят, это нереально, у украинцев совершенно другое оружие, они совершенно по-другому воюют, они совершенно по-другому мотивированы. Ему говорят, иди бери. И он идет, не берет, убивает свой личный состав, уничтожает, сам погибает. Вот и вся история. Военные не могут не понимать этого. Для военных был особый сигнал. Это потопление крейсера «Москва». Вот это был самый яркий сигнал. И для военных недавно еще один был сигнал. Это когда наши разнесли расчет на острове Змеиный, на расстоянии которого 150, на секундочку, километров находится. То есть всем в Крыму, как говорится, приготовиться. Теперь ракеты долетают и туда. Пане Борисе, є ще так само інформація, ось наша розвідка оприлюднила, що серед військових російської армії розповсюджується інформація про те, що ось ця у них так звана спецоперація триватиме до вересня. Як бачимо, вже моральний дух їхній падає, вже навіть Герасимова вони посилали, аби, не знаю, чи то підняти дух, чи контролювати там російських військових. Як ви вважаєте, якщо ось до вересня, не закінчиться ця війна, чи буде у росіян взагалі мотивація продовжувати перебувати тут на території України? Чи не можуть вони влаштувати, знаєте, так званий бойкот Путіну? Там уже есть такие настроения, то есть люди уже не хотят идти. И опять же, исходя из тех самых перехватов российских военнослужащих, они говорят, что все элитные, как говорится, там части сбежали обратно в Москву, в Питер, там, в Рязань, кто откуда, не хотят возвращаться. И представьте себе на секундочку, какому-нибудь генералу говорят завтра, что извини, теперь у тебя будет вот это вот. Вот мы тут мобилизовали, поскребли, значит, как это, больных, хромых, всех, кого там, кому подзаработать нужно, по-моему, по 200 тысяч рублей они предлагают. Вот, вот значит, тебе новая армия, которая никогда не воевала или воевала 100 лет назад. Вот, и вот иди и с ними теперь воюй. Ну, понимаете ситуацию. До сентября, мне кажется, что здесь, наверное, больше экономисты посчитали, когда российская экономика полетит в окончательную пропасть и сколько может выдержать российская экономика. Здесь, наверное, не военные советовали до сентября. Хотя, может, и военные, знаете, когда там холода, дожди и так далее. То есть войну точно никто не хочет в такое время вести. Поэтому разные даты нам называли. Нам называли, что 9 мая они прекратят, называли, что месяц назад и так далее. Я думаю, что Путин уже от безысходности, когда приедет сюда то оружие в полной мере, которое нам обещали, тяжелое вооружение, наступательное, когда украинские войска перейдут к контратаке, а этот момент настанет, я думаю, в этом месяце он уже настанет. Вот тогда для себя Путин может понять, что пора заканчивать. И тогда он может выйти с каким-то предложением. Но опять же, Путин — это же такая гадина, которая никогда
не до конца не отвечает за свои слова. Это человек, который врет в глаза просто вам, вот так, потому что он КГБшник. И помните, когда недавно Гутерриш сидел с ним за этим его знаменитым 10-метровым столом, Путин говорит, в Мариуполе никакие боевые действия не ведутся, Азовсталь уже никто не бомбит. В этот самый момент сбрасывали бомбы на Азовсталь, обстреливали со всех сторон. Поэтому Путину доверять сложно. Но опять же, Россию нужно разоружать. Вот когда она лишится ядерного потенциала, в обмен на снятие санкций, на что угодно, на там, какое-то мировое соглашение, вот тогда она станет относительно безопасной. Ну, в идеале, конечно же, еще ее фрагментировать, там, чтобы она не была такой огромной, с таким количеством пушечного мяса, с прокачанными мозгами. Ну, до речі, за ось цей час війни щонайменше вже 10 російських генералів загинули тут воюючи. І от у мене виникає питання звідси, чому людей, які теоретично, там, згідно з військовою справою, мають відповідати за стратегію, їх от висилають на оперативно-тактичне керування? Чому, про що це свідчить? Це значить, що вони фактично вже розуміють, що не можуть віддалено керувати, що їм їх там не розуміють, чи вони не розуміють, чому є невдачі на фронті, що доводиться приїжджати і там, я не знаю, вибачте, носом тикати, що треба робити, аби взяти там той же Харків, умовно. Мені кажется, здесь два моменти, чому їдуть генерали. Перше, просто без них нічого не буде там працювати. Він, ви правильно сказали, він должен за шкірку того підполковника потащить, тот должен майора, а тот там капітана і так далі. Потому що ніхто не хоче йти просто умирати. Просто, щоб їх розкатали дальнобойною артилерією і все. Или з дрона, или ще как-то. Даже без какого-то контакта з нашими вооруженными силами, я имею в виду с нашими бойцами. Поэтому их расстреливают там. И когда им ставят задачу, ну, простите, они всей своей вот этой армией не смогли взять ни один крупный город. Не смогли. Херсон, мы их оттуда выкинем. То есть они его не с боем взяли. Мариуполь, вот такой небольшой относительно Мариуполь, в котором население, как в компании «Газпром», работает 450 тысяч. Вот. Они его просто должны вынуждены были стереть с лица земли, и то до сих пор они там Азовсталь то не могут взять. И слава там нашим бойцам, которые защищают и борются там с оккупантом. Поэтому ничего не работает, пока генерал сам не приедет туда. Эта история уже про командировку, которая может быть в один конец. Мы видели, по слухам, Герасимов уже съездил, и порядка 12 генералов, кстати, уже, как говорится, отправились в один конец. Для них уже самолет судного дня пролетел. Поэтому ничего не работает. А в центре принятия решений, в Кремле, говорят, почему вы не можете взять? Ну-ка давайте, генерал, твои войска, давай едь туда на передовую работы. И сейчас я не думаю, что какой-то адекватный генерал считает за какую-то награду поехать туда и поруководить. Потому что командные пункты уничтожаются и горят очень быстро. Вот почему там все ничего не работает. И потому что все бегут, и потому что криворукие. Вот еще почему.